Джерри Брикхаммер представляет. Все они возвращаются домой. Ривел, столица Бангостана, 7:58 утра. Это виски танго, прием. Я обнаружил квартиру, переключаюсь на цифру, чтобы взглянуть поближе. Готов произвести атаку? Был рад знакомству с вами, господа. Операция закончена, возвращаюсь домой. Какого черта? Меня атаковали, повторяю, меня атаковали. Оклахома, штаб Лазер Рейнджеров, 14:07. Лейтенант Яблонский прибыл в ваше распоряжение. Ты, может, и лейтенант Яблонский, но ты всего лишь зеленый выпускник. Уважение здесь еще нужно заслужить. Эти парни лучшие. Yes, sir. Эй, Хиршборг. Да, тренер, шах и мат за 4. Кто твой соперник, солдат? Маленькая жестянка по имени Дип Блю. Хорошо, что вы теперь с нами, лейтенант. Эй, Дакоста, что ты там делаешь с этой глыбой? Должно же быть у меня хобби. А это что за шум? Мне тут за завтраком кое-что навеяло, но я и набросал партитуру. Ну вы даете. Слушайте сюда, салаги. Утренний кофе закончился. Мы получили задание. Пропал американский солдат. Тренер, а у него мало есть? Разумеется. И я не собираюсь быть тем человеком, который скажет его маме, что ее сын не вернется домой. Никогда не забывайте девиз Лазер Рейнджеров. Все они возвращаются домой. Надерем вам задницу! Вашим командиром будет лейтенант Яблонский. Но, сэр, это мой первый день в армии. Пришло время нюхнуть пороху, лейтенант. Ну расскажите нам о себе, лейтенант. У вас есть девушка? Конечно, есть. Это Сандра. Завтра у нас свадьба. Молодец, лейтенант. У нас возможный противник к востоку от вертолета. У нас проблемы. Повторяю, у нас проблемы. Эй, ребята, вы в порядке? Да, командир, но мы далеко от дома, со сломанной вертушкой, без надежды на помощь. Извините, мы с братом занимаемся ремонтом вертолетов. Здесь падает много американских вертолетов. Мы с радостью починим ваш вертолет. Все будет готово к 5 часам. Наша птичка стоит 60 миллионов баксов. Мы не отдадим ее в лапы этим чучмекам. Извини, Абдул, но пора баньки. Идем, парни. Где-то чей-то сын плачет и зовет свою маму. Не беспокойтесь, это просто поверхностная рана. Я дам вам пластырь или что-нибудь от инфекции. Лазер Рейнджеры, слава богу, вы здесь. Этот тупой ублюдок собирался накачать меня антибиотиками и заклеить порез пластырем. Дикари хреновы. Ладно, солдат, уходим. Тебя ждет мама, которая хочет испечь тебе большой яблочный пирог. Дело дрянь, командир, мы окружены. Значит, будем пробиваться. Нужно найти аэропорт, связь не работает. Извините, я невольно подслушала, что у вас не работает связь. Не желаете воспользоваться моим мобильным? Хотя аэропорт прямо вон там. Возможно, она лжет, командир. Спроси ее снова, где аэропорт. Где аэропорт? Он прямо вон там. Не волнуйтесь, командир, еще пара минут, и она запоет, как Бритни. Мы узнали, что нам нужно. Аэропорт здесь. No!
Нам срочно нужен самолет. Есть рейс Аль-Италия в Рим в 21:50, хотя остался только первый класс. Если у вас есть воздушные мили, я могу сделать апгрейд. Сука тупорылая! Братцы, думаю, я не дотяну. Попрощайтесь от меня с Сандрой. Что случилось? Командира ранило. Похоже, гангрена от недостатка движения в самолете. Проклятье! Здесь становится ужасно холодно. Прощай, мама. Самый драгоценный дар Господа – это жизнь. Мы должны помнить, что все человеческие жизни священны, где бы то ни было, от Лос-Анджелеса до Мэйна, от Аляски до Флориды. Повторяем, мы вышли из воздушного пространства Бунгостана. Начинайте ядерную бомбардировку. Лейтенант Эл Яблонский был похоронен со всеми военными почестями. Он был единственным американцем, убитым при освобождении Фривилла. Также погибло 24 миллиона африканцев. Правительство США объявило